Но он бы, если играл бы норм, он бы стоял бы на топе, а не выигрывал бы дерангов. Просто позор для стримера, унизил деранга, ва-ха-ха-ха. Ты чё, ебнутый? Чё там, четвертый левел? Зажимай его. Зажимай, 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 ну зажми, зажми. Все, даггер есть, и с даггером будем работать. Так, хилк подо мной, это хорошо. Легу слили. Ну что, ребята, всем доброго времени суток, и сегодня у нас еще одна дополнительная каточка топ ТБ, хай ТБшка 85-й карты, и давайте посмотрим, как тут ребята у нас плеют, и посмотрим, как мы сегодня будем добиваться результата здесь, и добьемся ли мы вообще какого-то результата. Это, в принципе, самое, наверное, хайовая ТБшка, потому что, ну, это ТБшка, хай ТБшка, тут просто нечего больше говорить, это просто хай ТБ. Какая может быть ТБшка, такая может быть. То есть самая такая, самая-самая ТБшка. Гоу, пробовать. Там очень жесткий состав, посмотрите, прям нереальные силачи. У нас тоже как бы не шуточки. Тоже не шуточки. Можно алхимика взять, га. Алчи. Почему нет? Ну, в принципе, по пулу алхимик, самая грозная метовая. Зевса можно будет взять. Лего. СК. АБ. Жесть, АБ, Лего. Пен. Пена тогда можно, почему нет? Ребята, не забывайте поддерживать лайком, конечно же, подпиской, такой контент, почему нет. У нас весь январь расписан, в, по сути, в хай ТБ, 17 плюс К. То многие говорят, играешь ракми и тому подобное. Ну, давайте сыграем хай ТБ, специально не писал КС. Зайдем, поиграем, давайте посмотрим, как у нас здесь проходят игры. Ребята, слишком много. Химик, Омник, Аба. Химик, Омник, Аба. Вот прикиньте, на 85-й даже в хай ТБ они делают АБ. Зачем? Для чего вы делаете АБ? Я не понимаю. Честно, это максимально странно. Заставляет улыбаться. 8 лет не играл эти ТБ. Вот просто представьте, 8 лет не играл эти ТБ, эти составы. Жесть. 8, реально, лет 8 я не играл эти ТБшки. Это третья ТБшка. Из них, получается, одну выиграл, одну проиграл. При том, что первая игра у меня была сыграна на спектре. И, в принципе, не знаю, что там подкачало. Скорее всего, либо моя эксплуатация персонажа, мой контроль, либо как-то в целом, не знаю, все было не очень удачно. Одна ошибка, по сути. Вот, и как бы... Сейчас, секунду. Как бы одна ошибка, которая решила заход ХГ, да. Ну, посмотрим, как пойдет. Как пойдет, посмотрим. Давайте ДНДху бахнем. Пусть пацаны кайфуют. Как обычно, РДшка, долгий драфт, ты сидишь, засыпаешь. Легион, Клок. Легион, Клок. Клокер. Папа на опите. Сник на его учила. Папа на опите. Да. Папа на опите. Дадите хейл? Ну-ка, спрошу. Локуса. На клоке. Спросим, есть силачи или нет.
Локи Хэл. Во что они Клока сюда пускают? Хэл или четверку? Посмотрим. В наши времена, когда мы играли, мы пускали Клока Хардлайн. И 4 Клок. Почему нет? Через единицу. Через единицу. Можно здесь, в принципе, четверку Клок. Сам по себе такой персонаж, которому не нужны, по сути, слоты. Ему достаточно сапога, хилочка и погнали. В принципе, там есть два героя. Еса закрываем. В начале спектра можно будет Лего чуть подзапинать. Но, скорее всего, сейчас буду чувствовать себя не в своей тарелке, потому что, как правило, идешь, долбишь левела, а потом выигрываешь. А так получится немножко тяжеловато. Еще можно Энигму. Энигма неплохо зашла бы. Энигму тут не пикают вообще. Энигма имба вообще в целом. Глимерочки. Там роза имба. Ну, я могу сыграть на Энигме. Но нужно будет немного пофармить. Энигма очень полезный герой. Могу Энигму в легкую. Джага пофармить. Аксимит. Я бы пошел на Энигме. Либо на СК. Тебе один дуэль и все. Ахе. Ахе. Акс тоже не очень зайдет. Так-то. ХЗ. Ну, можно попробовать. Я бы либо Энигму взял, либо... Смотрите сами. Ну, на Энигме пока через тройку было бы. Тройка, единица. Очень долго думаю. Я, если честно, не знаю тут. Энигма в миду, не знаю, выстоит Лего, нет? Энигма в миду можно через тройку спамить. Энигма 1-3 можно спокойно. Го Энигму. Вообще все равно. Два стана. Против ближней. Ближние. Норм Энигма. Яйцо будет хорошо. Яйцо будет залетать. Можно будет душить. Энигма хорошо зайдет. 100% Энигма, я думаю. Там милишники могут, конечно, грязь сделать. Но опять-таки там силачи. Силачи очень хорошо пилятся Энигмы. Вообще все равно сколько там хп. Что Зевс, что Энигма, я почему рассматриваю? Потому что Зевс это процентовка, это чем больше хп, тем больше сжигания. И, соответственно, Энигма.
Энигма, пушка. Я за Энигму, ребята. На Энигме такого контента еще никто не делал. На Энигме по кайфу. По кайфу. Энигма, БКБ, ГГ. Можно будет двигаться. Ману берешь. Мне кажется, нормальная Энигма зайдет. Офигенно. Кто там из рейнджевиков сейчас будет? Там рейнджей-то по сути нету. Вообще нет. Вообще нету рейнджей. Драфты под 40 минут. Это стандарт этих ТБшек. Стандарт ТБшек, драфты по 40 минут. У меня памяти там хватит на запись. Нормально. 300 гигов. Пойдет. Ну, Риксар нет, наверное, тут более балансно. Хз. Бруда, Ризрак, Акс. Я не хочу Акса брать, Акс кусок будет. Да, Энигма офигенно зайдет. Я не думаю. Нет. Я не думаю. Ну, типа... Энигма, яйцо. Офигенная комбинация, почему нет? Энигма хорошо зайдет. Реально, не знаю, что они так сомневаются в этом персонаже. Это же имба, по сути. Плюс Аганим. Жесть. Гок. Не знаю, в Аксе я максимально здесь не уверен, потому что Акс это Акс. Акс это Акс. Попробовать, почему нет. Давайте на Аксе, чё, если они дают Энигму, мне кажется, Энигма тут хорошо зашла бы. Прям прекрасно. Сейчас вопрос будет, как стоять против Легиона на Аксе в миду. Вот это будет вопрос, когда еще будет приходить ЕС и давать фиссуру. Если на Энигме это все решается очень просто, то есть я просто даю единицу, даю тройку, Лего просто в пассиве сгорает, то на Аксе я буду просто уходить и...
просто умирать. И все. Просто умирать, и все. Вот тут уже на самом деле вопрос. Акс еще такой герой. Тут особо не поприкалываешься. Спектру, как Спектру убивать Аксом? Вот типа, ну реально, я вижу прям очень хорошо, как сливает. Типа Феникс, да, прыгает, кидается яйцо, мне не дадут на Аксе прыгнуть, у меня постоянно будет КД. А на Энигме я смогу в любом случае поставить под яйцо тройку, потому что дистанция хорошая. Тут нужно будет прям, не знаю, бегать постоянно как, вот чтобы мне не сбивали даггер, это как нужно умудряться. То есть, ну, с одной стороны, комбинация хорошая, а с другой стороны... Вопрос очень интересный. Очень интересный вопрос, как это все будет происходить. Так, внизу, наверное, будет сейчас какая-то суета. Посмотрим, что будет происходить. Что там за герои? Сетки. Станы. Два стана, сетки. На руны вообще лучше, наверное, не выходить, потому что там, скорее всего, будет ЕС закрывать. И будет крайне тяжеловато. Мы сейчас тут сделаем небольшую подстилочку. Подстилочку небольшую. Руну, скорее всего, не дадут. Скорее всего, не дадут. А, ну да. Вот они. Ну, отходим. Там была какая-то тактика, они ее придерживались по стопроцентной системе. Клок все уже не успевает, нет смысла. Тут кнопок нету. Зря я взял лагер. Сейчас будет намного тяжелее. С легой. Лего сейчас будет просто. Спокойно забирать все, что ему нужно. Потому что я не смогу тройка это как-то доджить. Тройка как-то это доджить. Леса себе не вырубаем, чтобы можно было спокойно стоять. Вот на Энигме такого бы здесь не было, что я вот так бы здесь хапал стоял. Реально не было бы. Ну посмотрим, постоим, подумаем. Варда у него в миду походу нету, крипы не переагриваются, они просто стоят в лоу-граундах. В лоу-граундах. И даже не двигаются. Хорошо, отходим. Возьмем сапог, хилочек. Подстакаем вот эту руну. Руну, лес. Лего 500 хп, блейды. Четвертый левел в студию. Через горелку не буду, наверное, играть. И как не вовремя крутишься? Он серьезно туда пошел? Угу, пройдемся. Сейчас заберем этого большого крипа и отойдем. Плюс экспа. Да, вот это будет веселый мид. Веселый мид против легиона, который просто... Сейчас потом придет ЕСик, кайфанет, даст фиссурку. Что-то не вяжется с паузами, по КД паузы. Сейчас нужно взять кольцо уплотнительное. Но я мид тут не смогу выставить в любом случае. Легион чересчур много ресурса имеет. Ну, левел у нас примерно одинаковый сейчас идет. Взял горелку в единицу. Он горелку спокойно снимает двойкой. Саппорта на топе нету. Не знаю, какие-то проблемы у пацанов. Можно пурманс было бы взять. Но я думаю, чуть-чуть армора подкупим. Нормально будет.
Там два саппорта по первому левелу. Почему? Они что, они в лесу просто стоят? Либо сейчас будут под Т-шку заходить? Я, если честно, не знаю, не понимаю, почему. Реально, просто первый левел, а вторая минута. А мы вообще играть сегодня будем? Вообще, как бы, играть будем сегодня? Или в паузу будем сидеть? Жесть. Эти паузы-то, конечно. Это ГГ. Гоу. АФК третий, жесть. Когда драфтили, можно было сходить. Фига, 2 минуты еще. Жесть. Будем сидеть ждать. Это как обычно, знаете, сидишь 20 минут в игре, да, играешь 5 минут, проигрываешь и все. То есть, как классика жанра. Жестко. Это жестко. Это жестко. Ох уж этот легион. Побежал в лесочек, думал, заберет крипа. Прибежал, в итоге мне его поддамажил, я пошел его забрал. Мне по кайфу. Все нормально, гениальная тактика. Но с мида я крипов вряд ли буду вывозить сейчас. Потому что лего не дает подходить. Если только спамить агрой, двойкой. Ну, спамить двойкой я не смогу, он будет пресс-атакать. С 6-м левелом пойдет под Т-шку спокойно. Армора нету. Надо армор купить как-то. А гоу уже. В чем проблема? Под пресс-атаками, конечно. У него нету варда здесь. У него варда здесь нету. Пошел подфармливать. Надо будет забирать этот фарм. Да. Конкурировать, конечно, с ним на миду. Вообще нет никакого резона. А сейчас мы соберем артефакт, который будет позволять конкурировать. Это Транквилла, это бесконечный расходник. Они переагриваются. Хорошо, Транквиллу беру ош. Пойдем стакнем. На топе ребята стоят, АФК. Подстакаем, сейчас толкнем лайн. И пойдем забирать. Пойдем забирать. Ребята за руной пошли, товарищи. Хорошо. Сейчас можно чуть понаглеть. Немного забираем, толкаем лайн. Хорошо. Жесть. Зажал бы сразу. Но я побоялся, что он мне сейчас дуэльку еще даст. Хорошо, ну пойдет, размены чисто. Левел он хорошо апнул. Вовремя. Быстренько заколачиваем и отходим. Хорошо. По сути, моя ошибка, хп я не прочекал. О, я побоялся, что сейчас вообще дуэлька залетит. Лок постарался гангануть, но не удалось. Стики возьмем. Хорошо. ТП-шку нужно. Лего. Лего отошел.
Манга есть, ТПшка есть, работаем. Фига, ребята там душат, я чисто ковыряю крипи. Я могу чисто попытаться выфармить фастово даггер. Со стиками. Батлышкой какой-нибудь образно. Простенькая. ТПшку носим. И сейвим, если что. Так, ну Легу Смида прогнали, по сути. Быстро зафармливаем, уходим в лес. Толкаем лайны по КД. Хорошо, быстренько. Раз, туда, сюда, агру, два. И погнали. Там кентавр фармит. Сейчас тут два кемпа, там два кемпа. И работаем. Быстренько фармим. Стараемся как можно быстрее выйти в даггер. Без даггера тут будет не весело. Что он там побежал? 7 левел, пол армлета. Хорошо. Отходим. Что там, 4 левел? Давай, зажимай его. Зажимай, ну зажми, зажми. Жесть, что тянешь так, я не понимаю. Жесть, как же он протянул. Крутанись! Как же он не крутится! Как же он не крутится! Почему ты не зажал? Почему Клок не зажал здесь его, я не понимаю вообще. Я, то есть, ну сейчас вообще в недоумении, почему он его не зажал. Прикинь, если бы сейчас Акс крутанулся, я бы сейчас спокойно забрал бы шамана, но это тупо невезение. Клок тупанул очень сильно. Считаю, что Клок сейчас не доиграл. По факту. Зажми здесь сразу его. Будем бить, кайфовать. Почему ты его не зажимаешь? Очень странный парень на Клоке. А, он не может зажимать? Ладно. Очень печально. Очень печально. Что он его не может зажимать. Очень печально. Очень печально. Тогда фармим. Просто. Я хз. Ну это такая, сейчас ошибка, не знаю, была у Клока такая, что это можно смело ФГГ и тильт. Серьезно. Потому что ситуация такая себе произошла. Надо бежать и развернуться. Проблема будет, когда у Леги появится даггер. Если у него появится даггер раньше, чем у меня. Давайте варсе поставим. Надо вард. Я боюсь подходить, потому что я не вижу, куда я иду. Все, идем в лес. 1200 всего нетворс. Это очень плохо. Но зато левел у меня хороший. Но у Леги больше левел. И 3.9 у него. 3 на 9. Ну ладно. Ничего страшного. Ну ничего страшного. Фармим в тупую даггер. 1800, конечно, плохо, что у меня денег не сильно много. Но давайте в миду попробуем шумарнуть крипов. Крутанись, спасибо. Хорошо, 200, кату оставлю. Блин, хотя очень хочется, но по идее, да, добиваем. Кату добиваем и отходим. И пойдем по лайнам сейчас.
200. Заходи, дядь. Если надо подфармить. Все, даггер есть, и с даггером будем работать. Пойдем поактивничаем немного. Возьмем Клоаку. Будем более сейвовые билды держать. Ты на коне, я на ногах. Какой брат ты мне? Пойдемте, даггер есть. Давайте вот это скинем. Жесть, они там так далеко заходят, это ужас просто. Пойдем, пройдемся. Погнали. 370 хп. КД. Вот тут спрячемся, тут можно спрятаться. Ну ладно. Нет так нет. Нет так нет, ББ. Не надо тут, оно того не стоит уже. Уже поздно, слишком далеко загуляли. Слишком далеко загуляли вы. Слишком далеко. Отдыхай, дядь. Я побежал, пацаны, не надо, пожалуйста. Пожалуйста, не надо, пацаны. Я побежал. Есть плюсик, интересно, центральный коридор. Плюсика имеется. Эх ты, Криса. Сейчас, подожди чуть-чуть. Сейчас меня тут натянут. Мейнкор пришел, чтобы вы понимали. Лего там лоу хэповый. Эх ты. Ладно, пойдет. Ну, пока деремся. Ребята, так поздновато со спины заходят. Блин, я опять не всадил ультимейтом. Эх, если сгорит. И прям вот как-то вот прям мне чуть-чуть не хватает везения. 2 хп. Просто 2 хп осталось у чувака. Нормально, Ризрак в активе очень много делает грязи. Мне нужно вард поставить. Я себе взял талисман, чтобы золото не прогуливать. И выйдем в глиммер. Сразу в глиммер выйдем. Нужно будет вардик себе поставить. Но такое себе. Левел, в принципе, у меня хороший. На стаках я поднял. Но в драке, в игре что-то у меня совсем все... плохо на самом деле. Так, есть ли там пассивный дэмэдж? Пассивного дэмэджа там немного, но можно, в принципе, сделать будет БМ, но позже, после глиммера уже. Уже после глиммера. С Ризрака, скорее всего, через Легиона будут пытаться убивать. В стороночке постоим. Пойдем побьем. Пофиг. Разобьем Т-шку. Пойдет. Подойдет. Все-таки БМ тоже хорошо зашел бы. Ребята там драться собираются. Ну, пойдем, если драка будет. А драка будет. Юзается ультимейт от кента, ставятся змеи туда. Ну, Феникс подпиливает. Если Лего прыгнет, я помогу. Лего прыгнет, я помогу. Давай я пробафаю, может. Хорошо. Этот под варды. Не хочу прыгать под варды. Если что, ребятам тут помогу. Хорошо.
О, Ризрак сейчас как накосячил. Хорошо. Прекрасно, прекрасно. Инвиз АБ. Понимаю, дядь. Хорошо. Дядь, да там они втроем, четвером стоят. Нет смысла туда бежать. Так, гоу сюда. То никто не собирает вот это нужно собирать. Это нужно собирать. Сейчас лайны подтолкаем. Я бы такое пул бэйма собрал бы уже. Пойдет. Че по левелам? 13 левел. Нормально я иду. Хорошо в левел выхожу. В левел хорошо выхожу. Форсу какую-то сделать было бы хорошо. БМчик сделаем. Фена урна есть? Есть урна у фена, да? Хорошо. Пойдет, полторашку накопили. Так, чего нам будет драки не хватать? Смотрим слоты. У ЕСа даггер до сих пор нету. У Спектры вообще ничего нету. Там Легион только имеет много. Ну, потому что он со мной стоял. Потому что я тут ничего не сделал ему. Так, и сделаем вот так вот. Вот так вот. В общем, какие-нибудь смока бы организовать было бы офигенно. Смока какие-нибудь. Глиммер есть, все есть. Пол БМа. Кристаллис там, 14. Ему намного проще, он просто фармит и все. Намного проще. Соло я дефить не пойду. Юзану глиф, потому что табр все равно снесут, я думаю. Спека на мид идет 11 левел. Лесвис почистили. Здесь 100% стоят на ХГ, либо вот тут вот стоят. Не очень хочется, конечно, получать. Спектра свое возьмет в любом случае. Олега идет. Хорошо. Пол БМа имеется. Пол БМа имеется. Тут немножко нужно мыслить по-другому. Что нам нужно делать? Попробовать как-то зафокусить именно во время яйца, да, Легу там взять на дуэльку, немножко подбэмить это. Дэмэдж он немного нанесет, конечно, под моими кнопками. Но это хотя бы что-то. Как-то немножко хотя бы поменять ситуацию. Там не Роша случайно? Нет, Лего вышел. Лего вышел. Немножко цепанули. Ва, дядя. Нам нужно как-то вместе, наверное, двигаться, нет? Как-то вместе хотя бы. Сейчас тут опасно, конечно, стоять. Тут опасно. Сейчас бы БМ-ку хотя бы. Хотя бы БМ-ку. Да, лоб, по урошам. Я
Клок, не знаю, ракеты, нет ракеты. Го впятером. Нет. Че стоим? Клока нету маны. Лего там, жесть, какие артефакты. Ну просто фармит чувак и все. Так, мне бы какую-то вот эту саб-контору бы зацепить. Ага, змеи есть. Хорош. Разменяли 2 в 1. Пойдет. Спека сакрет. Эта игра накроется просто, когда мы... У нас скоро под джага кор, да? Нам нужно просто резче двигаться. А мы больше фармим, нежели чем деремся. Сейчас Ризрак опять в миду хлопнут. 100% лего прыгает уже. Клок если не подсейвит. Ну, клок не хочет подсейвить. Хорошо. Отлично. Хорошо. Ну, надо отойти. Нам сейчас как вот этого пацана, который внизу стоит, не хватает. Это прям жесть. Это прям жесть. Джаги не хватило в драке вообще максимально. Драка хорошая, корректная, но у меня просто я по мане просил. И Джаги прям вообще максимально не хватило с хилом. Джаги не хватило с хилом. Прям максимально не хватает его. Чувствуется. Прям не хватает. Эй, клок, хукшотом попади, да? Да зажми, дядь. Что с клокверком, я не понимаю. Ну, клок категорически не хочет зажимать, я вообще не понимаю, в чем его проблема. В чем проблема на клоке зажать? Хорош. Но я тут могу от спеки отъехать. У меня зеро МП просто. Клок не хочет зажимать. Надо что-то на ману сделать. Пойдем ДДшку заберем. И на базу. Простав я точно не буду делать. Нужно как-то помогать, цеплять и убивать. Но со спектрой будут проблемы. Можно даже рассмотреть Soul Ring покупку. Даже в принципе. Че там у Леги БКБшка появилась, да? Можно, в принципе, тут даже Аганим взять. Джага БФчик сделал. В принципе, по слотам у меня неплохо. Если так посмотреть на всю команду, да, там БФ Манта. Тут ничего нет, тут ничего толком, 4 Бладстоуна. Клок у нас
немножко не доигрывает, я считаю. Прям даже не немножко. Но что-то пытается делать. Тем не менее. Идем, Т2. И Мороз Сити. Что, у него нету ТП у него? ТП у него нету. Можно пойти. Т2. Эшку добей. Так, ну у меня все дали. А, крутанулся, забрал. Лети, отлети, ну ты че, на Фениксе. А где Клок все это время был? Этот умрет тоже. Хорош. Клок на топе. Джага тут. Да, тупые драки. Если бьем уже, то добить Тэшку. Просто добейте Тэшку, я уйду в инвиз. Никаких проблем не будет. Юл я делать тут не буду. Я бы вообще сделал что-то типа Аганима. Аганим очень хорошо зашел бы. Нужно как-то жить. Нужно как-то жить. Сейчас там Кираса будет. Но Легу остановим в лейтгейме. Проблем, думаю, не будет. Давайте Point Booster возьмем. Лего очень много фарма забирает. Ну, вот типа, Энигма немного другая была бы игра. Просто тут ребята бы делали бы что-то, я бы подходил и просто насейвливал. А когда Акс в пуле, в таком пике, я не знаю. Сомнительно максимально. Максимально сомнительно. Максимально сомнительно. Не знаю. Рейнджа не хватило, в упор прыгает. Ох уж это Димка-невидимка с Буризой. Ну, зацеп надо делать какой-то. Сейчас могли зацепить очень грамотно прям. Вообще по кайфу было бы. Так, хилк подо мной, это хорошо. Легу слили. Найс. Глиммер уйти, убежать. Отбегу, маны нету. Отличный зацеп от меня. И, в принципе, неплохая драка. Давайте ТП на базу. Хороший зацеп получился. Легиона поймали, Джага подорвался. Тоже подлетел и погнали. Неплохо. Побежали. Феникс молодец, тоже кнопки понажимал. Так, там Рошан, кстати. Если Рошана забираем, это очень хорошо. Сейчас все кнопки прям нажались прекрасно. Молодцы. Ну, чувствуется, я все равно чувствую себя не в своей тарелке в этой доте. Немножко. Немножко не в своей тарелке чувствую. Но я не буду подходить, чтобы он не клепал. Рошан. Чтобы он не клепал. Хорошая драка. Мне бы вату какую-нибудь зацепить бы, но я сейчас Легу зацепил, в принципе, подбайтил его, вытащил куда надо. Так, и 550, да? Порог. Фармить? Чуть заварнемся. Или смока. Как думаете, что не хватает в игре? Яйцо КД, да, по 30. Хорошо, неплохо, в принципе. Ну, я свою задачу выполняю в этой игре, цепляю. Джага дамажит. Мне главное, как можно больше этого зацепа делать. В принципе, пока что всего хватает мне. Чем мне не хватает? Я вот думаю, чувствую,
С монопулом у меня тотальная проблема. У нас нет ни одного персонажа, который пополнял бы ману. Который пополнял бы ману. И... Ну, ребят, на самом деле, много делают. Да, 3, 8, 19, это считается, смотрите, у нас 32 фрага, я всего участвовал в 11. Но в таких вот, да, вот сейчас серьезный файт был, прошлый тоже серьезный был. Они очень много в начале файтились. Я в начале много фармил. Получается, 32 фрага всего на всю команду, да? И получается, только в 11. То есть, где-то примерно 32, 11, даже не в половине, в 40% файтах я участвовал. То есть, вот эти файты, которые сейчас идут, только я в них участвую, и все. Вот так в основном фармил. У Легиона, допустим, 14,8, да, 14, 18, 19, 20, 22, да, на 28. Почти во всех файтах, не почти, а 80% файтов он участвует, он делает. То есть, понимаете, соотношение импакта моего персонажа, его персонажа, его геймплея, моего геймплея, просто разница огромная. Огромная разница. Тем, что он очень много внес актива в игру, а я по минимуму вообще актива внес. По минимуму. Но мне главное сейчас не ошибаться, правильно агрить, и мы эту игру перевернем спокойно. Энигмы бы немного повеселее было. У Энигмы был бы примерно тот же самый затар через Soul Ring. И, ну вот я не знаю, про что там пацаны говорили, типа, тебе там стан, не стан, ЕС. ЕС только сейчас начал врываться. Вот один вот здесь вот файт был, один единственный нормальный файт был у них. Это первый момент. Второй момент. Энигмы бы просто через 1-3... Легион бы страдал. Реально страдал бы. Прикиньте, Клок зажимает, туда кидается тройка, Лего пытается разбить Когу, я юзаю ему этот... единицу на Энигме. И просто Лего теряется в этих Когах, он стоит, ничего сделать не может, он в микростанах, столько контроля. Но ребята это не выкупают почему-то, не знаю. Вот хай ПТС игроки, 20к, это хай ТБшка. Хай ТБшка. 20, 20, 7, 10, 9 я. 11, 17. Я ПТС не апаю, я уже давно не апаю. Я просто играю на контент. То есть вот эта катка, это тоже контент. То есть 20к ТБшка, вот она такая. Что ребята Энигму ни во что не ставят. Хотя Энигма это имбово. Энигма это очень круто. Ладно, поехали. Поехали. Игра такая, знаете, можно там чай пойти попить, не знаю, покурить. Чай попить, покурить. Дай мне 19 левел, дядька. Спасибо. Дай попить чаечку. Давайте куру с собой возьмем, вардики. Спека манту взяла. Опа, резрачок на дуэлечке. Пока ребята там, можно тут поработать. Пока ребята там, можно тут поработать. Хорошо. В лейте, конечно, мы проиграем эту игру, если затянем. Что мне кажется, они могут смоках идти, нет? А, нет. Да, что-то мне кажется, они могут быть в смоках. Отходим. Смока могут, причем это будут настолько непредсказуемые смока. Пятером го. Пятером надо с Аегой. Это могут быть такие смока, что... Го туда может. Там узко. Нам надо узкое пространство для файтов. 3 минуты, Аега. Но мы можем тоже сторону потерять. На самом-то деле. Хорошо, если что. ТП-шку. Ой, ЕС, как ошибся. Какая же это ошибка от ЕСа.
Вообще же, что ЕС сейчас сделал? Просто ГГ. Давайте, ребят, пробафаем. Не могу пробафать, сразу крипов всех слил. Блин, сбил, прикинь. Олега топ ломает. ТПшку дает. Мне надо уходить отсюда, иначе я тоже сдохну. Уходить отсюда. Так, ну Легу забайтили на файт. Спека тоже туда полетит. Но это сейчас может быть минус две стороны, а Егу выбили. Но мне телепорт сбили. Это выглядело очень печально. Побежали. За пацанами. Байбак. Кентавр. ДДшка. Возьму. Куда ты разворачиваешься? ВТФ, дядь. ВТФ. Жестко. Немножко не понял, почему парень сейчас... Блин, я куру оставил на центре. Ладно уже. Мы хотя бы не потеряли сторону. Это радует, но я курьера слил. Пока бегали, надо травала сделать. Травала сделать. What a foolish ploy. I bring darkness. Погнали. Там нет сентри. Спокойно зайду. Я сейчас фиссура будет, дядь. Давай, давай, дядь. Сейчас можно быть... Но он без байбека, Кент, можно догнать. Я отмансил, но он таки... Так, тут в центре. Эх ты, Криса. Ребята не пошли со мной почему-то. Ну ладно, моя ошибка, окей. Заигрался, можно так сказать. Заигрался. Ух, он сейчас его может. Нет, не может. Со спектрой. Шутки плохи там. Ну, Джага фармит. Можно было... Ну, Джага топ толкал вообще. Можно было бы сделать так, чтобы Джага просто помог чуть-чуть, и все. Он зачем-то очень далеко... Зачем-то очень далеко ушел. Фармит. Одну минуту. Но он афкашит, парень, на Джагере по КД. У него там... Что-то дочка говорит, не дочка. Постоянно афкашит. Это печально, на самом деле, когда такая ситуация. Так, мне нужно Silver Age, чтобы Легиону сбивать его дэмэдж. Спектру можно будет душить. Жесть. Просто на автоатаке фармит. Низ то, что мы сломали, вообще ни о чем не говорит. Вообще ни о чем. Кстати, обратите внимание, я взял лар, никто ни одного сентрика не берет вообще. Давайте сейчас пару вардов возьмем. Куро, у меня рестница. Спектра автораска будет выходить. Сейчас ривер купят, скорее всего. Нет, арба. Скади будет выходить. Смотри, нету. Там ни одного глимера даже нету. Не знаю, саппорты там вообще не доигрывают. Я жалуюсь на Клока, да, а там саппорты вообще. На самом деле. Чаль беда. Смока. Ну, такой. Я не знаю, я не уверен в том, что мы сейчас пойдем. Мы можем сейчас все потерять абсолютно. Сентри там стоит, кстати, на девардинге. Они в ХГ ушли. ХГ ушли. ХГ ушли. Боятся, они нас боятся ровным счетом, как и мы их. Мы их боимся, они нас боятся. Дизарм бы какой-то, да, для Леги. Но у него БКБ-ха. Ну, как бы срать вообще в целом.
Да попади ты по нему, ё-моё. Там кто-то, кто-то шаман. ГГ. Пойдем топ ломать. Ну, короче, мы лузанули, по сути, из-за Джаггера, который просто АФК ходит. Я так думаю. Очень странно выглядит это все. Очень странно. Дальше будет намного тяжелее. С каждой минуты. 500 урона легион там просто идет. Уничтожать. Просто 500 урона. Жестко. Такая печаль вообще, жесть, без скоро играть. Сейчас одна драка, мы потеряемся здесь. Как будто за него кто-то садится играть, он там идет свои дела делать, и кто-то, ну, просит его, знаете, там, кто там образно у него там друг, да, ну, по фарме пока побегай, типа, не дерись, да, и типа, я пойду там дочку там искупаю, наверное, так, не знаю, типа, лол, ну, пойди, да, не знаю, сделай дела, зайди поиграй. Ну, ситуации всех разные, у меня тоже маленький ребенок, полгода девочки, но типа, блин, жесть. Не знаю, такая вся ситуация. Так, Лего с ДДшкой бегает. На топе опасно выходить. Досты, я погиб. Досты, я погиб. Всю игру просто на паузах. Ну, хорошо, у вас есть возможность это все поскипать. Просто нажмите вправо несколько раз на смартфоне, либо просто стрелочками. На клавиатуре. Приходит, кого ждем? Вот третий раз он приходит и пишет это, кого ждем? Вообще жесть просто. Погнали. Че сидим? Спека внизу. Ну спектру хрен пробить, блин. Лего, 500 урона стоит тут. Вон он, ходит. 100 дэмэджа у чела. Ладно, погнали, пофиг. Так, минус фен, походу, да? Отходим. Я под хилку, ребят. Дайте постоять, пожалуйста. Ну, хорош. Хилочек есть на лице? Есть. Куда ты там дальше? Там Лего еще живой, насколько я помню. Вот это, да. Эху мне дали.
Да уж. Это чисто рофла катка по факту. Знаешь, не победа, а чисто по рофлу. Ай, боже. Хороший файт был изначально, да, подрались на меня. Эху сейчас поклали. Еще пару кнопок дали. Джага у нас что-то со слотами. Но толку не будет тут. Там сейчас сырые аегисы. Джага всю игру просто афкашит, не знаю. С таким успехом я бы на коре тоже поиграл. Поафкашил бы. Жесть. Сейчас он опять будет фармить, наверное. Потому что The Pro Game. Помню я времена, 20-е сезоны, по-моему, в топ-1 он был. Играл я с ним тогда тоже. The Pro Game. Играл я тогда с ним. Я не знаю, как сейчас Джаги пытаться перебивать Легу, потому что это чересчур будет тяжело. Но тут все на самом деле от одного момента может игра скакануть. От одного момента. Лего сейчас вот тут, возможно, будет. Ну, Джага сфидит. Возможно. Северуху возьмем. Скади спека. Он один там на леге. Вроде один, да? Там аегис. Лего сейчас в спину пойдет, скорее всего. Вот тут со спины будет. Это сейчас байт будет на Аегис, а вот тут со спины сейчас будет Легион. Это настолько читабельно. Он вот тут сейчас будет 100%. Он не пойдет на топ. Он будет в ХГ стоять вот здесь где-нибудь. Спектра прилетит с ультимейта. Чекайте. Или нет. Ошибаюсь. Сейчас вот тут может подвайтить, да, на фарм крипов. А, не, вон он в миду. Хорошо. Хорошо. Сыр там. Я могу очень быстро закрыть там. У них низ очень сильно пушится. Если грамотно все сделать, у них крипы сами все сломают. Спектра уже очень жирные. Лего там. Там аегис. Сдохнем же нафиг все. Сыр аегис, я думаю, не стоит туда лезть. Го переждем. Я за агри, дядь, но... Есть. Куру подрезал. Ты Криса. Хорошо. Байбека вроде нету. Я байбек не если что. Ой-ой-ой, если крипы... Сольют сейчас, успел. А, жесть, как же это крипово, а? Ой, кринге, ой, кринге, просто жесть. Блин, такую хорошую драку обосрали. Одна мид толкнул. Лего 50 секунд. Жесть, он мне сильвер подрезал. Сильвер подрезал, 80 секунд, 40 секунд, лего. У нас Джага погибла. Я бы также ему, наверное, линку порекомендовал, потому что у Леги нет ничего, чтобы эту линку перекрывать. Не знаю. Потому что по-другому хз как.
Прикинь, если бы я там тпхнулся, я бы, может, и помог бы что-то сделать. Это такая досада, жесть. Мой ультимейт, кстати, неплохо решает. Леги лоу хп остается, без БКБшки у него БКБ осадится. Можно прям грязи поделать. Побольше. Хорошо, это мой клиент, по идее. Лэпнет сейчас. Не попал. Ай, какая же ошибка от меня. Я и думал, клэпнет, нет. Вот прям я так в тупую подошел, да, и прям в этот тайминг. Я думал еще, он сразу даст или нет. Он в итоге... Отойду, не буду рисковать. Он в итоге... Дал тогда, когда я подумал, ладно, нападу, окей. Не нужно было бэкстеп давать. Бэкстеп не нужно было давать. Блин, сильвера нет. Печалька. Ладно. Вот этого надо сейвить. Хорошо. Я умер, да? Да, жесть. Я как крип просто сдох. Ну, фен ультуй. Фен не ультанул. ГГ. ГГ. Жесть. Меня просто за агру слили. Нафиг. Проигранная драка. Проигранная игра. Феникс не ультанул. Я не ультанул. Жесть. Если бы фен сейчас ультанул, как офигенно было бы, ребят. Меня хп слили. Смотри, какой здоровый. Баш. Ой, жесть, да. Я так тупо стою, я понимаю, что будет прыгать в Джаггера, я пытаюсь сейвить Джаггера, мне влетает еще туда стан, и я просто дохну. Ну ладно, у нас ресы по 20, по 60 и 60, я думаю, они в принципе... Ну они в принципе сломают 520. Дамаги там. Ну это Лего. Акс кусок говна. Энигма в 1000 раз лучше зашла бы, сразу сказал. Сразу сказал. Жесть. Феникс не ультанул, никто ничего не сделал. Это минус ХГ. Ладно, глифанем. 30 секунд. Сейчас клок сдохнет, там БКБ по-любому есть уже. ХЗ. На что он рассчитывает, я не понимаю. И этот на что рассчитывает, тоже не понимаю. Жесть какая-то. По лазерам попили его, да, на Фениксе? То есть, ну, я такую банальщину знаю. Как же там подкалывает. Так, ну горелку дал, отблинковался. Ну такое себе. Так, пацаны, все в кружочек. Типа мне какой-то надо армор еще. Но это типа там не поможет. У Легиона столько там дэмэджа, что мне кажется. Там столько. Но низ он почти сломал. Я сейчас буду максимально осторожно стоять. Максимально. Максимально осторожно стоять буду. Надо завардиться. Там Абиссал появится сейчас, Линку уже нет смысла. Абиссал бы какой-то. Да, минус клок еще. Он 1000 хп еще, нифига себе. Да. А не, ГГ. ХП. ХЗ, если бы Джага не страдал фигней, не бегал где-то там, АФК 40 минут, мы бы выиграли. 100%. 100% выиграли бы. Это такой бред. Где-то ходит всю игру. Жесть, конечно. Спека БКБ, все по БКБшке взяли. Странно, почему они не идут до заканчивать.
Варды тоже пацаны не хотят брать. Блин, мне кажется, я бы лучше на Клоке сидел и играл. Либо Энигма, либо Клокверк, потому что, ну, Феникс, не знаю, что-то тоже теряется по драке. Клокверк, я бы лучше на Клокверке сыграл 100%. Не хочет он что-то нажимать. Когда надо, кнопки не жмет. Жесть. Гем. Гем, yes. 40 секунд реса и 26 секунд. Лего прыгнет сейчас за дуэльку, кого-нибудь убьет стандартно. Вот, прыгает. Вай, хукшот, брат. Лазером просто попили на Фениксе и все. Откинь туда спиритов, там пролетик дай. Вот, все, отогнали. Типа, вот если бы внизу вот так они сделали, не чтобы Клок прыгнул, когда там БКБшка есть, там 100%. Вот это сейчас, типа, БКБ нажмется и ГГМ. Не знаю, Клок просто берет и сливается. Джагу душат под хилом. Сейчас простанет, успеет простанет, не сольют. Ай, хорошо, надо убегать, убегать, дядь, убегать. 6 секунд, я резко помогу. Если там отхил. Конечно. Пойдем помогать как-то. Как-то помогать. Как-то помогать. Да, ну мне тут, конечно, никто не поможет уже. Я так думаю. Попытаюсь вот так сделать. Жалко, байбека нет. Но у них трон падает, кстати. Спектра лоу-хэповая. Ой-ой-ой, если заберут, очень хорошо. У них трон падает. Но у них там еще 3 лоу-хэповых. Вот если бы я сейчас не сдох, было бы офигенно. Лоу-хэпэ, 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 пацаны. Хорош, Джага туда... Ой, отлично, подкидывается. 3 лоу-хэповых, этого забрали. Если еще ЕСы заберут, будет прекрасно. 2 байбека минусом. Но Джага убегает. Джага убегает, но не убежит, скорее всего. Не убежит. 2 байбека минуса. Под замедлом не убежит. Лего прыгнет некстом. Ес, байбек. Жесть, мы им байбеки посливали. 60 секунд, я рез. 60 секунд рез. Сейчас на дуэльку возьмет. Что он делает? Ай, жесть. 15 раз сдох на ризраке, парнишка. Чисто рофлокутки. Трон падает, просто жесть. Сейчас Лего сюда прыгнет. 30 секунд, короче, надо как-то кайтить спектру. Прыжок, образно, прыжок и по лотарам. Все, и просто уходим. Мы еще тут не проиграли. У нас ситуация чуть получше, мне кажется. У них нету сейчас байбеков у оппонентов. Если мы качественно подеремся, если я все сделаю правильно, если я уйду, в конце концов надо попытаться, не знаю, ГОСТ взять. ГОСТ взять какой-то. Ну, БКБшку я бы взял на самом деле. Но спектра очень сильно лупит. Рефреш на леге. Это 2 БКБ он хочет все сделать. Ну, не знаю, не знаю. Сейчас пойдем вардик поставить. Пойдем вот сюда ткнем. Пока есть возможность. Ну, заруба жесткая. Заруба стримеров. Заруба стримеров получается. Хорошо. Заруба стримеров. Хорошо, вот так сделаем. Шаман идет. Нет, я боюсь, очень боюсь тем, что могут... Нет, можно было зацепить. Все-таки можно было зацепить. Я побоялся, что там много народу будет. Побоялся. Реально побоялся. Потому что рили страшно. Один заход, типа, они сломают. Не, байбек бы. Легу хрен заберешь. Лего отблинковался, можно тут задуть быстренько. Нормально. Почти ББ есть. Минус Аега, но это минус Джага, скорее всего. Да, минус Джагер. А
на тревелах на базу полечу. 90 секунд без пайбеков. Пойдем пробовать что-то, не знаю. Смысла нет, что я там буду пытаться пушить. Смысла нет, но клок байбек. Тут вот так сделаем. Будем типа пытаться кайтить, не знаю. Просто кайтить. Эх, подстанил меня. Не, забашило, прикинь. Если вот этого сейчас получится забрать. Хорош. 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 Зор, зор. Давай, дядь, этого туда же. Хорош. Слушайте, а там нет байбеков. Пуш, 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 пуш. Как там, пацаны, говорится... Только Ракми играешь, да? Если честно, игра мне максимально понравилась. Она вот сейчас прям вообще что-то нереальное было. Они без байбеков просто сфидели эту игру. Жесть. Но катка была прям здоровская. Красавчики, пацаны. Прям... Я в шоке, без лишних слов. Лайк, подписка, ребятки. Не забывайте поддерживать канал подпиской. Буду очень благодарен. На этом все. С вами был Ксеназос. До скорого.